Теперь рассмотрим, каких оптимальных размеров полки должны быть в русской парилке и финской сауне. Если вы сами определились с тем, какого типа у вас парилка, и хотите узнать, каковы оптимальные размеры полка в бане этого типа, то для вас мы разделили информацию для бань и саун. Начало о бане. Высота в парилке русской бани. Выше уже говорилось немного о том, что для одноярусного полка оптимальная высота – это 75-90 см. Два условных яруса получаются, если добавить передвижную скамейку. Но гораздо чаще выбор останавливают на стационарной конструкции, состоящей из двух ярусов. Для наглядности у нас в статье на сайте парилочка.com приведены картинки, где показаны эти размеры. Поэтому рекомендуем зайти на сайт. Ссылка на статью будет в описании к этому аудио. Вы видите довольно узкие полки в бане, высота которых отличается от рекомендованной выше. Верхний полок 95 см, нижний 40 см. У парящего тут два варианта действия. Либо становиться за нижним полком и парить лежащего на верхнем, не приближаясь, либо встать ногами на нижний полок, чтобы приблизиться к паруемому. Но сложно ли сказать, будет ли это удобно всем? Да и 70 сантиметров – это как бы ни нашим, ни вашим. Сидеть придется сильнее отклонившись, а лежать, ну, не намного удобнее, чем на 60 сантиметрах. Поэтому важный момент. Мы все-таки настаиваем на том, чтобы высота полков в бане и парилке имела анатомическое соответствие людям, которые чаще всего парят других. То есть делайте высоту полка до костяшек его руки. Теперь какой должна быть высота в сауне? Тут гораздо больше свободы по выбору высоты полков. Размеры определяются только удобством сидения, а эргономически эта величина определяется замером расстояния от пола до сгиба ноги сидящего человека. Ну, другими словами, чтобы у человека ноги не свисали, а стояли. Таким образом, вы можете сначала сделать замеры, скажем, для взрослых членов семьи, потом решить, будет ли это максимальная величина или средняя арифметическая, а после просто сделать желаемое количество ярусов с шагом по выбранной величине. Например, если у вас получилась цифра в районе 45 сантиметров, то верхний полок будет 45 сантиметров, первый полок будет 45 сантиметров, второй 90, третий 135. Однако по поводу третьего возникают сомнения. Стоит принимать в расчет совет о том, что от потолка до верхнего полка неплохо было бы соблюсти расстояние в 120 сантиметров или около того. Тогда у нас потолок будет 135 плюс 120, это уже 255 сантиметров. Это не ко всем саунам применимо, потолок 255. Далее в нашей статье приводится картинкой, авторы которой сократили высоту каждого из трех полков до 40 сантиметров, то есть 40, 40, 40. Итого 1,20 м. Ну и тогда уже прибавить туда высоту до потолка, и получается более реальный потолок.